Я вас приветствую, друзья, с вами Бляр. Ну, как я и обещал, в общем-то, Rise of the Reds будет игра в этом моде. И сыграю я один на один. Ну, в роторе считается самый сильный бот. То есть, сейчас я вам покажу. Это ротор 1.87, ПБ 2.0 версия. То есть, очень многие мне писали, просили Бляр сыграть здесь, попробуй одолеть бота. Я попробую одолеть бота один на один. Вот, сыграя за Россию против Китая. Ну, считается, что Россия и Китай, типа, тут самый тяжелый бот. Поэтому я не буду ставить Гла, там, Юсу и Еку. Слушай, сыграем на 10К. Так, я еще не играл, играл только на 50. На 50К у меня с трудом получалось одолеть. Давайте посмотрим, что будет на 10К. Стартуем. Сложнее, конечно, ограничения в экономике. Всякое есть. Нужно подумать, как со старта развиваться. Так, я, наверное, пойду сразу к центру. Вот, побольше ресурсников понаставить. На мыльника что же ресурсы ставить. Сразу так сюда. Оп. Так. Сюда тоже ресурсник. То есть со старта уйти в три ресурсника. Затем каштанчиками обстроиться, построить военный завод. И думаю, можно как-то существовать. На наши были на это деньги. Так. Главное сейчас защитить свои ресурсы. Развивается китаец, да? Так, и твою визию. Так, сделаем. Сюда как раз нам денег хватило. Хорошо, на 3 ресурса. Правда, сейчас главное, чтобы энергия не офнулась. Я же еще каштан ставлю. Ну ладно, сейчас мы сразу ресурсник справа отстроим и энергию. Ай, Мишка бедный. Разведка. Как бот активно, а? Так, ну моя задача, наверное, сейчас перейти в воздух. Вот. Быстрее до него дойти. Для этого нужно супер бункер построить. Ну и, конечно, хотя бы 2 завода. И супер бункер сделать апгрейд на энергию. Давай вот так вот. Ну, а хотя сюда тоже. Надо везде забункериться. Везде этих каштанов обстроить. Нужно, наверное, еще дозер заказать. Так. Давай завод. Ну все, пошел первый контакт. Вот. Начал делать дела. Давай, наверное, не здесь. Здесь. Так. Ну все, сейчас после завода, наверное, нужно строить бункер. Ай-яй-яй, энергии нету. Вот и нагло пехотинцы, красногвардейцы. Твою мать. Дави их. Молодец. Так, танчики уже. Давай бункер. А, нет. Давай казарму. А, радар нужен, чтобы бункер был окей. Хорошо. Ну, встань уже, встань вместе. Молодец. Так, энергию. Но пока вроде бы что-то получается. Правда, спамить не получается, как на 50к. Ну ладно, чув. Бункер. Неплохо. Так, еще надо энергию. Так, побезопасней. Ну что, бот, когда начнешь ты меня дергать во все щели? Так. А, тут все денежки высосали, нифига себе. Может, одного пехотинца даже будут направить так вышки. Так, бункер готов.
Значим, строим филд сразу. И апгрейдная энергию. Вот тут пацан побежал. Так, Буратино. Но нужна опять же энергия. Хотя сейчас ап сделается, я думаю, энергии добавится. Вот этот самый. Нужен индустриальный центр и переходить во вторичную экономику. Так. Давай пару хиллионов. Вон пока штучки 3 хватит. Ну. Штучки 3-то хватит, а вот денег не хватает. Хватило. Такс. Пойдем вступимся в бой. Отлично. Чебуратос работает, да, очень прекрасно. Давай, все, что видим, сносим. Войск не так много, конечно, но все же. Так, назад. Давай, индустриальный центр. Где он тут? Он. Угу. Как раз таки хиллионы мне слева и пригодятся сейчас. Поддозерся там по центру. Вот так вот, хорошо. Давай еще парочку. Вот так фланги, они, конечно, хорошо. Тут ПВО не взял с собой болт. И как бы уже ранг есть. Прекрасно. Назад, 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 куда упречься? Не знаю, может попробовать как-нибудь, может, облететь к боту. Что-то где-то как-то насвинячить. Получится, конечно. Так. Индустриально почти готов. Давай по флангу попробуем влететь. Не знаю, что с этого выйдет, конечно. Пока все чисто. О, у нас тяжи пошли. О, как хорошо, тут ничего нету. Прям кайф, ёпта. Завод сносим. Так. Отлично. Казарма. Ага, его есть. Давай, не бойся, бей. Ай-яй-яй-яй. Там очень много пушек дотягивает. Так, нужен еще завод. Отдельно с него будем клепать вторичку. Ну вот в центре мы чуть-чуть продавливаем. Можно не давать ему спамить как раз таки. Вообще прекрасно. Так, ну неплохо. Пока старт неплохой. На 10к у нас. Тут залетели, немножко подпортили боту еще. Делишки-то, да? А, не даю завод отстроить. Меньше спамит, найс. Ну так нужно останавливать спам ему. Ой, это нюк кэнон, что ли, бьет, ну чей? А, это вот эти... Нифига не лютые. Нюк пацан. Ну вообще, люто они, конечно, лупят. Так, давай вторичку. Ну посмотри, начинаем поддавливать немножко бота. Интересно. Опять завод сносим. Блин, здесь он, конечно, задефился, будь здоров. Ничего не скажешь. Ну, мы ранг получаем сразу. Может, отступить стоит? Раз ранг получил, да. Раз стоит отступиться. Сейчас повышение на него сбросить. Так, примерно. А, попробую снести командника хиллионами, просто не давать его отстроить. Какую стратегию избрать? There is no escape. Customers to serve and
Такушку-то я забыл. 50 надо, да? Вот, пошли повышения. Найс просто. Красиво. И командник можно добить самостоятельно. Я думаю. Так точно. Класс. Получилась задумка. Зато бот не сможет у меня повышение. Он же повышение тоже кидает. А так он не сможет их скинуть. Это будет прекрасно. Надо ему все сейчас уничтожить этим. Стараться. Дозеры. Фото. И будет миссия, в принципе, выполнена, да? Вот в лайфхак легкий. Как можно этого бота на 10к снести. 1 на 1. Вы сами все видели, у меня стоит хард, никакого обмана. Патч тот, что нужен, тоже никакого обмана. Так. Просто нужно действовать немножко поумнее. Сука, конечно, ядерных вот этих пацанов он юзает. Будь здоров. Так, царичка. Это как-то не все дозером снес. А вот. А, нет, слушай, он не достраивает. Значит, все, нет дозеров у бота, друзья. Вот такая вот история. Это для него плохо. Да, я ему все дозеры снес. Прокатило, но он все равно спамит, спамит, спамит. Назад. Неплохо. Еще пытается на вышку выйти. Жестко. Так. Просто я вот вчера играл на 50к и на самом деле сложно было. Я думал, что на 10к не получится. Но вчера я так воздух не юзал. Сегодня я подумал, а что если, ну, так вот на шару пролететь попробую, да? И вы посмотрите, в поддержку воздух, и в принципе-то все прекрасно получилось. Нет, дозер был у него. Есть. Поддержка воздуха, все. У бота все плохо. Надо казарм уничтожать. Давай завод добьем, это вроде единственный остался завод. Красиво. Так. И, в общем-то, друзья, на 10к все это получается. Не обязательно 50. Ой, у меня ПВО нету. Уху-ху. Так, давай мы тунгусочек поднаделаем побольше. В принципе, вот мне добить осталось здесь. Что тут? У него энергии нету. Мы электростанцию добиваем. Отлично. А, у него филд, да, значит? Огнеметы, такие вертолетики неприятные. Давай, филд бьем. Пошли тунгуски. Так, вот сейчас. Все, дорогие друзья, разбит самый тяжелый бот. Карт армия в ротре 1.87, ПБ 2.0. В общем-то, ну это... Я специально решил заснять, меня просили для тех, кто говорили, что вот в ТОТ очень легкие боты, бляр, типа ты их там вносишь, да, хотя в ТОТ в стиле ФА, когда я играл, было не так-то просто. Но я не спорю, я вчера очень много боев играл в стиле ФА в роторе, это было очень сложно, но вот именно вам, не то что, не знаю, может лайфхак даже, да, как вот победить бота 1 на 1, например, за Россию против Китай. Это можно сделать, даже на 10к. Так что, ребят, берите в руку мышку, клавиатуру и давайте вперед. Ну что ж, подписывайтесь на канал, ставьте лайкусик, если вам понравился. В общем-то, я будто особо и не рашил, да, то есть сначала подзастроился, то есть кто-то говорит, что типа его легко зарашить, не зарашить. Я подзастроился, потом пошел спокойно в бой. Вот. Не забывайте, конечно, оставлять свои комментарии, подписываться в группу ВКонтакте и вступать в Дискорд-канал. А я с вами не прощаюсь.